княгиня Ольга была первой в России правительницей-христианкой. Ее издавна называют начальницей веры и корнем православия. Старинное предание рассказывает то, что в древности наши предки очень много воевали. Они устали от войн, поэтому решили пригласить князя, чтобы он правил ими. Пригласили они Рюрика из скандинавского племени Русь. После Рюрика правил его сын Игорь. Однажды молодой князь Игорь охотился на Псковской земле. Ему нужно было переправиться через реку Великую, но лодки не было. И вдруг он увидел, что кто-то плывет в лодке. Князь Игорь подозвал его. Отплыв от берега в лодке, князь обнаружил, что его ведет девушка удивительной красоты. Игорь навсегда запомнил ее прекрасный образ. Это была Ольга по-варяжски Хельга, что в переводе значит «светлая, священная». Летописи говорят, что Ольга тоже была из княжеского рода, а родилась она в селе Выбуты, недалеко от Пскова. Когда князю Игорю настало время выбирать себе невесту, в Киев собрали самых красивых девушек княжества. Но ни одна из них не пришлась ему по вкусу. И тогда он вспомнил Ольгу и послал за ней. Так Ольга стала женой князя Игоря и великой русской княгиней. В 942 году в семье князя Игоря родился сын Святослав. А через 3 года Игорь был убит древнянами, потому что он много раз собирал с них дань. Святослав был тогда еще маленьким, поэтому Ольга стала управлять за него. Она объезжала все русские земли и наводила там порядок. Так Ольга установила твердый размер дани, чтобы людям легче жилось. При Ольге столица России, Киев, стал одним из самых больших и красивых городов в Европе. Здесь впервые на Руси стали строить каменные здания. Во время правления Ольги нигде не лилась русская кровь, не было крупных походов. Воспетые в былинах заставы сторожили мирную жизнь киевлян от набегов Запада и кочевников. А еще Ольга помогала бедным и больным. Она всегда исполняла справедливые просьбы. Именно при Ольге европейские купцы стали называть Русь Гордарикой, страной городов. Они охотно торговали с русичами, но и побаивались их. В те времена славяне были язычниками. Они верили, что богов много. Бог солнца, богиня мать-земля, бог грома, бог воды, бог лес. Этим богам они приносили жертвы. Главным законом была месть, убийство за убийство. Ольга отомстила за смерть своего мужа. Она погубила сотни виновных и невиновных. Но совесть говорила ей, что она поступила слишком жестоко. Среди киевлян уже тогда было много христиан. Ольга говорила с ними и поняла, что язычество – ложная вера. Она узнала, что Бог велел прощать врагов, делать им добро и любить их. К тому времени Святослав вырос и стал править Русью. Тогда княгиня решила сама поехать в Византию и убедиться, что христианство – истинная вера. Таинство крещения совершил над ней патриарх Константинопольский Феофилакт. Ее крестным отцом стал император Константин Багрянородный. Вместе с княгиней крестились и многие из ее свиты. В то время детей крестили в честь кого-либо святого, но тогда имя Ольга было языческим, поэтому Ольгу покрестили в честь матери Константина Великого, Елены. Это имя в переводе с древнегреческого означает «факел». Святая Ольга, Елена,
приняла духовный огонь Христовой веры. Патриарх благословил русскую княгиню крестом. Он был вырезан из цельного куска животворящего дерева Господня. На кресте было написано: «Обновись, русская земля, святым крестом, и уже приняла Ольга, благоверная княгиня». Ольга привезла на Русь иконы и книги. Она построила много храмов. В Киеве воздвигла храм в честь святителя Николая над могилой Аскольда, в честь первого князя Киева христианина. Строила храмы она и в Витебске, и Пскове, и многих киевлян обратила ко Христу. Однажды княгине было видение. Она увидела, что с востока с неба сходят три луча. На этом месте она основала храм Пресвятой Троицы. А еще Ольга предсказала, что там будет великий город. Сейчас там город Псков. Княгиню Ольгу очень огорчало, что сын ее, Святослав, оставался язычником. Она говорила ему: «Сын мой, я познала Бога и радуюсь. Вот и ты, если познаешь, тоже начнешь радоваться». Он же, не слушая ее, говорил: «Как я могу захотеть один веру переменить? Мои дружинники этому смеяться будут». Она же говорила ему: «Если ты крестишься, все так же и сделают». Ольга любила своего сына. Она верила, что Бог дарует ее потомкам и всей Руси обратиться в христианство. Святослав и его воины олицетворяли богатырский дух языческой Руси. Летописи сохранили слова Святослава, окруженного со своей дружиной огромным греческим войском. «Посрамим земли русской, но ляжем костьми здесь. Мертвые сраму не имут». А княгиня Ольга жила в Киеве. Она учила Ярополка, Олега и Владимира, малолетних сыновей Святослава, христианской вере. Но крестить их она не решалась, потому что боялась гнева сына. Труды ее оказались не напрасными. Летопись говорит, что один ее внук, Ярополк, был добрым и милостивым. Он не крестился сам, но не запрещал креститься другим. Другой внук, князь Владимир, потом крестился сам и крестил весь русский народ. Люди вспоминали княгиню Ольгу и говорили: если бы греческая вера не была хорошей, она бы ее не приняла, ведь она была мудрая. Всю свою жизнь святая Ольга молилась, постилась и заботилась о бедных и больных. Она умерла в 969 году. Ей было тогда больше 80 лет. Княгиню Ольгу похоронили как христианку, а при князе Владимире ее тело перенесли в каменную церковь. Рассказывали о чудесах, которые происходили возле гробницы княгини Ольги. Наверху саркофага было устроено оконце. Когда кто-нибудь приходил к гробнице княгини с твердой верой, оконце само открывалось, и было видно нетленное тело, светящееся словно солнце. И многие люди исцелялись возле гробницы от разных болезней. Кто приходил без веры, тому оконце не отворялось и чудес не случалось. В летописи написано об Ольге: она первая вошла в Царство Небесное от Руси. И оставались все сыны русские, потому что и после смерти она молится Богу за Русь. Святая и равноапостольная Ольга была канонизирована в 1547 году. Тут и молитвы святой Ольги продолжил ее внук Владимир Святой, который крестил Русь. Мы празднуем его память 28 июля. Святая Ольга и святой Владимир, как мать и отец для русской духовной истории. Преподобный Нестор летописец писал: блаженная Ольга с детства искала мудрости, а мудрость – самая лучшая на этом свете. И Ольга нашла драгоценный жемчуг – Христа. Мы молимся
молился святой Ольге об укреплении христианской веры и о защите нашего государства. Также святая Ольга – покровительница вдов. Святая равноапостольная княгиня Ольга, моли Бога о нас!